Ну і ефір 7-го каналу продовжить моя колега Ганна Полякова вже на своєму робочому місці. Ганна, тобі слово. Дякую, Олександро. Отож, свою роботу в ефірі 7-го для вас розпочинає Анна Полякова. Вже за мить обговорюємо тариф на опалення. Зменшиться він для одеситів, як кажуть в уряді, чи зросте, як стверджує міська влада. Ну, зараз до іншої теми. Володимир Зеленський підписав закон, який має забезпечити контроль цін на електроенергію за умов недостатньої конкуренції на ринку. Передбачається, що у випадку істотного коливання цін НКРКП має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку на добу вперед з відповідним обґрунтуванням. Закон також встановлює заборону на продаж або постачання електричної енергії, яку імпортували з Російської Федерації. До того ж, Кабміну надають право скасувати цю заборону на визначений термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України. Більше на цю тему говоримо з нашим спікером. Це Сергій Якубовський, доктор економічних наук. Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. На вашу думку, чи матимемо ми певний зиск з цього закону та який саме для кожного з пересічних українців, тому що розуміємо, ну, це має стосуватися кожного з нас? Ну, вначале разрешите поздравить тех одесситов, кто сегодня празднует Рождество с праздником, но всех остальных поздравляю с наступающим Новым годом. А теперь касательно закона и нас с вами. В принципе, этот закон, он никак не повлияет на жизнь одесситов, потому что цены на электроэнергию, они как регулировались Национальной комиссией по регулированию сфере энергетики и коммунальных услуг, так и будут регулироваться, и регулироваться, включая цены на тепло. Да? Мы говорили о том, что премьер-министр анонсировал снижение цен, но пока что данная комиссия, она поддержала городскую власть Одессы и согласилась с поднятием цен на 40%. О чем идет речь вот в данном законе? Он коснется только организаций, промышленных предприятий, которые покупают электроэнергию на открытых торгах. Дело в том, что с 1 июля условия продажи электроэнергии в Украине кардинально изменились. К сожалению для нас, Европейский Союз заставил нас ввести европейскую модель ценообразования на рынке электроэнергетики. К сожалению, потому что в очередной раз наши партнеры из Европейского Союза, не разобравшись в том, что происходит в Украине, вот решили, что какие-то вот стандартные подсказки со стороны ЕС помогут. И что произошло? С 1 июля появилось несколько рынков, на которых определяется цена на электроэнергетику, на электрическую энергию. Первое – это двухсторонние договора. То есть владельцы предприятий, которые генерируют электроэнергию, могут напрямую договариваться с промышленными предприятиями и устанавливать тот тариф, который выгоден обеим сторонам. А учитывая, что у нас, в общем-то, олигархические группы, они контролируют выработку электроэнергии, то, в общем-то, для своих предприятий тариф крайне низкий. А все остальные вынуждены покупать электроэнергию вроде бы как на открытых торгах, на которую поставляется оставшаяся часть электроэнергии. И вот тут возникли некоторые странные вещи. Вот иногда там электроэнергия взлетала там, на 50%. И те, кто не сумел заранее договориться с владельцами энергогенерирующих компаний, ну, вы, наверное, знаете, кто у нас самый главный владелец, это Геннадий Леонидович Ахметов, ну, в общем-то, и другие олигархи тоже, в общем-то, к этому причастны. Вот если с ними не договорились, то оказывалось, что вот когда нужно покупать электроэнергию вот на сутки вперед, то вот цена могла и на 50% взлететь. Сейчас же Национальная комиссия получила право устанавливать граничную цену на электроэнергию вот для как раз для этого вроде бы как свободного рынка. Но при этом есть одно условие после консультации с антимонопольным комитетом Украины. При этом антимонопольный комитет в Украине существует абсолютно формально и вообще не выполняет свои функции. Могу вот сослаться на встречу президента с представителями нефтяных представителей трейдеров на рынке нефтепродуктов два дня назад, когда он сказал, давайте снижать на 2-3 гривни стоимость на бензин. Да? Гривня в цене выросла, почему бензин в цене остался на том же уровне? Да, и мне обещали подумать.
При этом вот на этой встрече даже не участвовали представители антимонопольного комитета. Это как раз это их функция – искать монопольный сговор на рынке вот тех же нефтепродуктов, наказывать компании и, соответственно, защищать интересы потребителей. Поэтому рассчитывать на то, что антимонопольный комитет вдруг ни с того ни с сего станет на сторону тех покупателей электроэнергии, которые не договорились с украинскими олигархами, которые контролируют производство электроэнергетики, ну, это, знаете, конечно, можно под Новый год поверить в эту сказку, но не думаю, что кто-то ограничит прибыли олигархов на рынке электроэнергии, поэтому здесь не думаю, что будут существенные изменения. Ну, просто вот так такой жест, вот мы будем регулировать цены, и мы поможем тем, кто, к сожалению, вынужден переплачивать за электроэнергию, потому что не смог договориться с теми, кто реально контролирует украинскую экономику. Тим не менше, цей закон, чи може він стимулювати та мотивувати все ж таки розвитку антимонопольного комітету саме, тому що ми розуміємо, що зараз ця монополія існує, і вона створює суттєві перепони, власне. Я не думаю, що цей закон як-то повлияє на діяльність антимонопольного комітету. У антимонопольного комітету і так є огромне кількість прав, просто треба поміняти його состав, треба пригласити незалежних людей, которые имеют опыт, например, работы в том же Европейском Союзе, с тем, чтобы они действительно начали бороться с монополиями. То есть не нужен новый закон. Опять-таки, если те же люди, которые и раньше закрывали глаза, и закрывают теперь глаза на то, что творится на заправках Украины, да, когда цена не снижается, качество низкое, они это не замечают. Понимаете, так что изменит данный закон? Поэтому я не думаю, что здесь что-то поменяется. Нужен независимый антимонопольный комитет, из тех людей, кто действительно готов защищать интересы населения и бороться с представителями крупного бизнеса, который просто за счет монопольной власти получает монопольную прибыль и устанавливает цены такие, какие им хочется установить. Дякуємо вам, я зрозуміла. Тобто, з вашою думкою, власне, саме робота антимонопольного комітету, вона є особливо впливовою навіть з огляду на цей закон. І, можливо, починати потрібно все ж таки з антимонопольного комітету та його реорганізації. Вірно? Согласен. От коли появиться робота антимонопольного комітету, тому що роботи ніякої немає. Вони роблять вид, що вони там щось перевіряють, але реально ми бачимо, що ні одного владельця крупных заправочных сетей не привлекли к ответственности. Мы не слышали о том, что кто-то из монополистов пострадал от антимонопольного комитета. Поэтому, когда начнут работать, тогда мы сможем оценивать, хорошо или плохо работают. А сейчас они, в принципе, занимают места и делают вид, что они борются с монополизмом украинской экономики, а результат нулевой. Дякуємо вам. Сергій Якубовський, доктор економічних наук, був з нами на прямому телефонному зв'язку. А вже за хвилинку ми побачимося з вами в нашій головній студії, де будемо говорити на тарифи, на опалення, які мають начебто знизитися на 30% зі слів прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Але ось, власне, вчора стало відомо, що Одеська міська влада все ж таки пропонує підвищити ці тарифи на 34%. Чи є економічне підґрунтя цьому? Будемо зараз розбиратися. Ми вже готові переходити до нашої головної студії, де будемо говорити, власне, на цю тему з нашими гостями. І сьогодні ми говоримо з Валерієм Матковським, це експерт з питання ЖКГ. Вітаю вас!